Заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков передал спикеру парламента Абхазии Валерию Кварча приветствие от лица президента Рашида Тымрезова и депутатов парламента КЧР. Экзеков выразил надежду на плодотворное сотрудничество между парламентами братских государств. Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что нашли время и для нашей встречи. Конечно, я очень от всей души хочу передать привет и добрые слова и пожелания от главы республики Рашида Борисовича Тимрезова и от председателя парламента Карачаево-Черкесии Иванова Александра Игоревича. И, конечно, я убежден в том, что мы подготовим хорошее, качественное соглашение между парламентами Карачаево-Черкесии и Абхазии. Я убежден, что мы заложим такой вот хороший старт плодотворной совместной работы. Валерий Кварча поздравил Мусу Экзекова с избранием на должность вице-спикера парламента КЧР. Спикер абхазского парламента отметил большие заслуги ученого и мецената, общественного деятеля Мусы Экзекова в деле сохранения и развития абхазо-базинского этноса. Вам и в качестве председателя Конгресса абхазо-базинского народа сделано немало, планы большие. На самом деле это просто такая сфера деятельности, на которой все очень надеются, пристально следят за тем, что вы делаете. На самом деле вот, мы готовы всегда быть рядом с вами. И дай Бог, как говорят, чтобы у нас все получилось. Депутат Народного собрания Левон Галустян также поблагодарил Мусу Хабалевича за те проекты, которые реализовывает ВАК, в том числе и предстоящий культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Обязательно примем участие в тех мероприятиях, которые намечены. Вот, и считаем очень важным, что они стали возможными. Мы знаем, что первый фестиваль прошел на территории Карачаево-Черкесской республики. Сегодня страна наша принимает эту эстафету. Дай Бог, чтобы эти добрые проекты и в последующем реализовывались с вашим участием. Руководитель аппарата председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Кантани отметил активную плодотворную работу конгресса на территории Абхазии, в частности, открытие отделений ВАК во всех районах республики. Уже год продолжается активная работа конгресса, формировалась структура, и вот сейчас мы переходим в активную фазу, скажем так, открытие местных отделений по всей республике Абхазия. И в ближайшее время эта работа будет на виду у всех. Вот приведу пример конкретный, буквально на прошлой неделе в Гудауте у нас было открыто местное отделение Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. За 10 дней было реализовано 3 проекта, 3 спортивных площадки. Идя по нашей программе, реализуя ее поэтапно, способствуем социальной активности нашего населения, укреплению гражданского общества. По завершении встречи Валерий Кварча преподнес Мусе Экзекову памятные подарки. На Лакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.